Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как был Богом дан Дух истины для многих поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был сей дар благословенный. Бог обещал, что в плотяных сердцах жить будет Дух Создателя Вселенной. Он говорил: «Я сам в сердца вложу познание предвечных откровений, мои законы в мыслях запишу, и воцарится Дух над плотью тленной, на жаждущие воды изолью, и на иссохшие пролью свои потоки, сынов и дочерей благословлю, от Духа моего дам их потомкам». И день пришел. Источником благим стал Божий Сын, ко древу пригвожденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славить Господа душою обновленной. Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой Дух послал на землю. И тот, кто к Богу в нищете воззвал, обетование Отца приемлет. Сегодня праздник, он из года в год приходит к нам, отмеченный в деяниях. Но этот день в сердцах пусть и живет, не будет только днем воспоминаний. Христос в обетованиях своих вчера, сегодня и вовеки тот же, и не ослабла сила слов святых, все истины Господни непреложны. О Дух Святой, на месте сём сейчас косни сердец божественным дыханием, услышь и тихий вздох, и громкий глаз открой, устав в молитве покаяния. Очисти, Боже, наш сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе горячую хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Христу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений. Слава Иисусу!